как много листьев упало. Прикольно. В общем, ребятушки, всем привет, всем доброе утро. У нас сейчас 7:51. И это один из тех дней, когда я никуда не опаздываю. Иду в спокойном темпе, гуляю с Собакином на утренней прогулочке. Сегодня хорошая погодка. Безоблачно, абсолютно безоблачно. Ни одного облака вообще нет. И прохладно. На улице сейчас плюс 11 градусов будет. Дождя вроде как сегодня не будет, поэтому хорошо, что его не будет. Направляюсь уже сейчас в техникум. И у нас сегодня будет только математика. У меня глаза слепаются. Я вроде спасибо. Вот. У нас будет сегодня только математика. Не знаю, сколько уроков. Две пары, кажется, 4 урока. Вот. И что? Да, она была не запланирована. У нас вообще сегодня должна быть дистанционка. Но дистанционки, как понимаете, у нас, походу, больше нет. Потому что вместо нее нам теперь будут постоянно ставить математику. Вот. Так что, да, ребятушки, иду в технику. Мне тут идти минут 10-15. Вот. И учусь я примерно сегодня 11:00. Все, математика на сегодня закончилась. Время сейчас только 10:40 было, да, кажется. Да, 10:40, вот. И что? Я иду домой. Потому что уроков вроде как... Не вроде как, точно сегодня уроков больше нет. Вообще у нас такая непонятная погода стала в последнее время, что вообще трындец какой-то. Утром я шел в кофте, жилетки, мне было прохладно. Сейчас я вот иду в майке. И мне тепло. Классно. Несу тут жилетку свою и кофту в руках. Я тут сижу, обедаю, погрел себе рис с отбивнушкой. Еще осталась одна у нас. И смотрю интервью с Юлией Ахмедовой. Я думаю, вы знаете, кто это такая. Это та самая из стендапа. Ну, вы понимаете, я думаю. Так что... Всем приятного аппетита, если вы тоже кушаете. В общем, прошло уже достаточно много времени. Примерно 3 часа где-то прошло уже. 2 часа 47 минут. Что я успел сделать за это время? Я успел сходить в город, меня там навели марафет. Ну, голову помыли, вот. И мы сходили в биты по поводу интернета, потому что... То, что он меня вообще перестал устраивать абсолютно. Он... Даже начал переключаться периодически на просто на H+, и на E, то понимаете сами, что это вообще жесть, фигня полнейшая. То, что на таком интернете практически ничего не работает. Ну, по крайней мере, ютубчик на нем не запустишь, ну, если только на 240 или сколько там, на самую низшую, в общем. Поэтому мне там что-то сделали, что-то перезагрузили в настройках, я не знаю, что они сделали. И... Сказали, если что-то будет не так, возможно, бракованный симптой. Окей. Ну ладно, посмотрим, что там будет. Если что, нужно будет менять симку. Вот. Пока что вышел гулять с Собакином. Собакин тут. И у нас стало настолько жарко, то что я решил одеть шорты и майку. Просто реально, как лето на улице, сейчас плюс 24. Очень классная погода. Так, ладно, сейчас погуляю с Собакином и пойду домой. Кстати, мне сегодня еще нужно пойти в автошколу. Будет 10-е занятие по теории. Я не знаю, чем там будем проходить. Вроде как нам осталось только пройти этого. Который на перекрестках махает. Капец, забыл. Регулировщика, вот. И дальше, я думаю, будем просто проходить билеты. Да. Те картинки, которые нам нужно будет сдавать потом по теории. Уже в самом транспортном управлении. ЦСДД. В общем, я уже в городе. В автошколу. Примчал. Ровно. Да. Время 16:53. На самом деле, все это время я посидел в компе, проиграл. Что язык заплетается? Играл в Cities Skylines.
Вот, да, иду в автошколу, в автошколу. Пойду. Я тут эти 5 минут. Пойду по улице. По улице Ригас. В этот раз пойду пешком, потому что кто-то прям... Кто-то мной из вас зашел и поехал. Пешком, пешком. Все, наконец-то это закончилось, господи, как же это было затянуто, все, кошмар. Вообще, мы, как обычно, все очень быстро прошли, и тупо сидели час и решали всякие тесты. Вот, время почти 8:30. Иду сейчас по парку, почти прошел его. Вот, направляюсь в сторону дома. Я тут ровно по прямой дома стоите. О, сейчас приду домой, еще нужно сделать будет домашку. Кошмар, я там заодно математика и латышский. Что же, буду сидеть и делать его. Тут лежать в полицейский пен. Он мне не пропустит, ладно. Все, я пошел. Да, иду мимо школы. Тут вот школа, и там вот дальше школа. Кстати, на улице не так холодно, я иду в майке. Как видите, кстати, у нас уже темно. Иду в майке. На улице плюс 17. Классно. Вообще, мне нравятся дома на этой улице. Мне кажется, они такие прикольные. Этот вот тоже прикольный, высокий самый, который. Да, наверное, потом такие высокие. Теперь нужно подняться на вот эти вот ступеньки. Делай гуд, не ленись. И дальше уже по прямой, практически до дома. Там только один раз налево надо будет повернуть. Мимо трамвайных путей, мимо трассы. Ну как трассы, обычные улицы. Кстати, здесь находится тюрьма. Такая большая, такая белая. Строгого режима, белый лебедь. Сейчас скажите, нормально то, что тюрьма находится напротив школы? Хороший стимул? Напишите в комментах. Все, ладно, иду домой. Мне тут идти минут еще 10 где-то. Иду по мосту. Надеюсь, меня слышно. По путепроводу через железнодорожные пути, железные дороги. Мне казалось, разбирают железку, но не разбирают, походу. И отсюда вот такой вот вид классный тоже на Борисоглебский собор. Вот. Ну и телебашню, само собой. Телебашню вообще со всего города видно. А там вот католическая церковь. Вон там. В жизни отсюда это выглядит больше, намного, на самом деле. А вот это лютеранская. Вот так вот лучше, наверное. Вот это вот лютеранская кирха, католическая церковь. А здесь находится староверская, старообрядческая маленная. Такая вот темная, самая темная, мне кажется, которая есть из этих. Решил пойти из дома к Соне. Вот. И не надо. Здравствуйте. Соня бегала. Только что. А сейчас Аня сняла занавески. Мини-ремонт. Да, еще я планирую. Ну, такой крутой план с моей молитвой. Наверное, красная и страшная сегодня. Ну? Я хочу купить плед. На кровать новый. Да, потому что у меня не было его. Ну, точнее, был. Но он мне не нравился. Я купила его мать. А я не... Ладно, а я буду пока что сидеть и делать домашку. Сделаю латышский и буду снимать, потому что у меня садится телефон. Кстати, вот, да, закончилось почти. Матема сделана, вот, вот и вот.
И теперь буду делать латышский. Вот этот вот лист, кажется, нужно было сделать пузатым на дом. Но сначала я поужинаю. Вот такой вот у меня сегодня ужин. Простенький. Макарошки с сосисками. Так что всем приятного аппетита. И латышский тоже благополучно сделан. Так, тут вот так вот. В общем, да, домашку сделал. И знаете, ребятушки, я, наверное, буду уже заканчивать на этом влог. Я на самом деле нереально хочу спать. Сегодня, скорее всего, останусь у Сони. Вот. Так что, да, я думаю, все на этом. Все. Всем пока.